Я очень рада, что на сегодняшнем собрании все в сборе. Чего я-то? Здорово. Undertale. Что это за ковер? Ковер. Skyrim. Тут ничего нет. Cas GO. Это дом, а не сарай. Far Cry. Мы в жопе. И в будущем другие игры на канале Нубя. Это мой второй канал, так что переходим по ссылке в описании. Быстренько подписываемся, ставим на все видосы лайки. На все видосы лайки ставим. И ждем новый видос, который выходит каждую субботу в 15:00. Все. Рикани выпустила новую анимацию. Знаете, для чего пришло время? Время для бессмысленного контента. Для реакций. Самый смысловой контент в моей жизни. Окей, погнали смотреть. Доки-доки, видеоигровой клуб. Теперь это не литературный клуб, хорошо. Не знаю, возможно ли для меня это вообще понять. Да, игры сложно понимать. Что это не моя единственная история. Там что было про смерть? Они должны... Сейчас Моника, да? Когда я была с ними в других мирах, они должны вспомнить, что я им сказала. Ух, классно. Глюканы Всем подъехали. Привет. Я очень рада, что на сегодняшнем собрании все в сборе. Чего я-то? Ну, здорово. Один раз было. Один раз каждую неделю. А ты вообще один раз не... Девочки, девочки, успокойтесь. Итак, у вас есть какие-нибудь предложения для темы сегодняшнего собрания? Я хотел написать поэму, я бы хотел почитать. Мы можем попить чаю с моими кексиками. Нацик перебила меня. Опять ты про свои кексики. Вот как значит. А у тебя есть какая-нибудь тема для собрания, зазнайка? Девочки, нельзя, чтобы деятельность клуба и дальше оставалась в подвешенном состоянии. Окей. Как президент клуба я... А с каких пор я президент? Вы что, забыли обо мне? День за днем представляю, что я буду наедине с тобой. Bioshock Infinity, о, классно. О, типа, когда она дает аптечки, оружие, да-да-да-да-да. Классная игра, я прошел ее полностью. Суперход, тоже довольно интересная игрушка, с интересной механикой. Глупенькая, не беги так быстро, рассчитывай пульки. Бесконечное лето. С тобой готова быть и ночи напролет. Как-то судьба нам этот шанс преподнесет. The Walking Dead. Не совсем понял. Окей, это у нас Overwatch. Прошлое это была какая-то хоррор-игра, только именно. Боже, я знаю, что за игра, но не мог понять. Что за игра? Какая-то игра, но не могу понять какая. Но это Портал. Круто! Слушайте, это действительно круто, то, что под каждой стиль игры свой звук. Ведьмак, Джин. На весь Пабло очень похож. Ведьмак тоже очень крутой. Это был, как я понял, Left 4 Dead, Undertale. Прикольно. Свой выбор ты можешь сделать на сайте «Все мои». Свой выбор. Ладно. Найдешь... На самом деле, очень круто то, что музыка немного менялась от текущего местоположения персонажей в играх. И это действительно круто. Интересная работа, крутая музыкальная идея в плане всего этого. Игр было достаточно много. Хочу понять, что там за игра была одна. The Walking Dead. Вот после The Walking Dead'а... Ну, это не Bendy and the Ink Machine, так что-то другое. Но не пойму, что это такое. ХЗ. И до Портала была еще какая-то игра. Тоже не пойму, что это за игра. Окей. Не вспомню. Короче, ребят, напишите две игры, которые я не вспомнил. Мне было бы интересно услышать. Может быть, я просто не узнал их. Может, как бы это было довольно очевидные игры. Также, если вам понравилось видео, вы должны прийти на Рикани. Подписаться на нее. Быстро подписались. Поставили лайкосы. Называйте ее Рикани, а не Рикани. В конце концов, только я имею право назвать ее Рикани. Будьте грамотными, не то что я. Вот я реакционер, я имею право быть дебилом. А вот вы не имеете. Ну и будьте молодцами. Вообще, и подписывайтесь на канал Нубе. Ссылка опять же тоже в описании. Надоем рекламировать вам второй свой канал. Обожаю свой второй канал. Скоро видео по Outlast'у там. Все, а теперь всем удачки. Всем.
Пока-пока.